Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, наверное, вы очень удивились по названию стрима, мы, ребята, будем ловить голды. И кто, вы думаете, будут ловить голды? Будут ловить голды тупее и еще тупее тупых. То есть мы собрали такие, ну, просто решили взять парочку таких самых идиотских сочетаний, на которых никто абсолютно, ребята, не ловит голды. И сейчас я вам объясню, как почему. Ну, Мамонташав понятно, Васпа Изида, в принципе, тоже, да, понятно. У Изида нет отдачи, соответственно, одевать Васп там нет смысла, потому что забраться на никого ты не можешь, там едешь быстро, окей. Но также, чтобы у нас не было какой-то определенного, ну, знаете, приоритета в скорости, что мы крутые, мы все дерзкие, ребята. Во-первых, у нас здесь нет правил, правил никаких нет. Мы ловим голды, какая команда выигрывает, та, соответственно, ну, остается больше умной. Это сочетание, значит, лучше других. Шафтам можно, ребята, нарить ДДхи, они нас могут ваншотать, соответственно. У нас есть скорость, они нас, ребята, могут ваншотить. Соответственно, врубил ДДшку, ваншотнул, жопа горит, жопа полыхает. Это прям очень херово, это прям очень прискорбно. Вот, ну и плюс, ребята, ко всему, вы, пожалуйста, напишите в чате, кто, во-первых, выиграет. Как вы думаете, сейчас поставьте на паузу и напишите там, кто выиграет. Не мотайте на назад, точнее, конец видоса, а напишите. И напишите, ребята, следующее сочетание, которое нам протестировать в этой рубрике. Потому что очень интересно, очень хочется посмотреть. Так, ладно. Первый голдик у нас есть. И вот просто, ребята, смотрите. О, а точка-то такая, ребята. Твою мать, я уже в полуминусе лежу. Ой, меня встали, ой, меня подняли, но я все равно взял, самоуничтожился. Вот, это, ребята, это прям очень жесткая рубрика, я вам отвечаю. Смотрите, шафты у нас стоят там, изитки где-то там у нас бегают, ходят, никто ничего не знает, как что делается. Но я сейчас почему-то думаю, что здесь будет у нас голд шафтов, потому что, смотрите, они, во-первых, могут перетолкать нас, это просто изи-пизи. Они сразу у нас подъехали под голд, и мне кажется, ребят, что это как раз-таки голдик будет почему-то... Их, да, ребята, первый голдик у нас забирают шафты, боже мой, это просто какая-то жесть, я вам отвечаю. Я вот серьезно. Здесь, кстати, некоторые челики писали, там Порос, в частности, да твою душу шатал, что типа, да я примерно уже знаю, кто выиграет, и, ну, намекает, типа, на нас, типа, мы такие скоростные, мы, типа, все такие можем по Шурику, по Бырику приехать и забрать эти голды. Но вот, и, ребята, я почему-то с самого начала думал, что выиграют у нас шафты. Карта не очень большая. Соответственно, шафты у нас могут приехать, ну и просто на изичах отобрать у нас эти самые голдики. Так, ладно, голдик у нас летит, мне нужно что-то жесткое предпринять. Ебой! Просто вхитрил тупых шафтов и отобрал у них голдик. И тем временем, ребята, счет у нас становится 1-1. Кстати, вот эта точка, она тоже довольно-таки калечная. В каком плане? В плане том, что там могут встать шафты, и мы уже ничего не сделаем. Но у нас есть плюс. Шафты, я не знаю, они такие отбитые, короче. Они, смотрите, ребята, ездят, что-то ходят, там, я не знаю. Какую-то хероту делают. Они не видят, где будет голд, боже ты мой. Они просто не видят. Это, ребята, топчик, смотрите, они уже увидели, да, где у нас будет золотой ящик, мне кажется, это по-любому наш, потому что, ну, блин, мне что-то такое ощущение дикое, ребята, имею, что они ни херашеньки не успеют. Так, да, и забирает у нас Дима из Рынска. Так, нормально, наш пацик забирает, и счет у нас уже 1-2 в нашу пользу. Так, ну, тупорылые пока, блин, ну... Это, ребят, ГГВП. Когда вот именно вот такие вот открытые точки, это прям, мне кажется, просто на изи-пизи точки шафтов. Мы там ничего особо не сможем сделать. Перетолкать мы эти, ребят, корпуса тоже не сможем. Но это как раз таки сделано для того, чтобы более-менее выровнять баланс в этом состязании. Потому что у шафтов есть, да, есть масса, есть дикий урон. Но и как раз таки они не могут ничего такого жесткого предпринять. В плане том, что... приехать не могут. Да, детка! Просто что это было? 3-1. Просто 3-1.
Я не понимаю, какого хера там шафты разъехались, какого фига, серьезно, ребята, шафтам нужно просто взять и объединиться, не нужно там бороться особо, кто возьмет, кто не возьмет, им нужно выиграть, чтобы их команда затащила, я не знаю, как там они, но я, по крайней мере, ребята, действую именно поэтому, вот эта вот точка уже такая жесткая. Кстати, ребята, они нам очень сильно помогают минами. Ну, вы этому, пожалуйста, не говорите. Они думают, что они там нас этими самыми минами будут как-то напрягать, как-то нам больно делать, но... Блин, Форест, я уже думал, что я отобрал. Потому что я ж так прям подпрыгнул. Ну ладно, ладно, пофигу. 4-2, в принципе, счет пока, ну, более-менее такой. Но нам нужно, ребята, еще взять хотя бы один золотой ящик, чтобы сравнять счет. Или 3-2. Или 3-2, ребят, счет. А, да, 3-2, все, счет. Все, я понял. Нам нужно еще взять 2 золотых ящика, чтобы сравнять этот счет. Это, ребята, жестко. Да, это жестко, но что с этим поделаешь? Как забрать этот голд, я просто, ребят, не понимаю. Потому что этот голдик, это просто тотальный, мне кажется, разгром. Тотальная фиаско. Сейчас там шафты зарешают, и это будет прям GGVP. Там GGVP будет, а хотя... Вот это нормально, ребята, вот это нормально, 4-2, точка возле моста. В принципе, пока идут все такие точечки, где шафты могут нас на изичах законтролить. Но почему-то они этого не делают. Так, ну ладно, давайте, окей. Я, кстати, ребята, совсем забыл, что мы же на изидах. И знать же, кто-то может просто подойти, встать в центр... А мы будем их лечить. Но так как мы, ребята, играем в рубрику «Тупее еще тупых», соответственно, мы так делать никогда в жизни не будем, потому что никто из нас до этой фишки не догадается. Я вас понял. Так, мне кажется, или мы сейчас отожмем этот золотой. Блин, оптимист отжал. Окей. Окей, счет пока у нас получается 4-3. Блин, еще сейчас такой потненький счет. Прям, я не знаю, я думал, какое-то сочетание прям будет жестко. Просто, я не знаю, так как тащить. Но что-то пошло не так в этом всем действии. И как-то счет у нас, ну знаете, такой, неустоявшийся. Если честно, мне это нифигашеньки не устраивает. Да, я понял, где у нас уже будет это золото. Точнее, этот голдик. Так, шафтяги у нас там стоят. Мы, кстати, ребят, тоже можем брать как-то и напрягать шафтов. В каком плане? В плане том, что мы же тоже их можем бить, ребята. Мы же тоже можем бить, избивать и уничтожать шафтов. Вот, да, детка, просто да. Мы, ребята, высосали шафта. Просто взяли и высосали. Счет у нас уже 5-3. Да, мы по-любому, ребят, не проиграем. То есть, в любом случае у нас будет либо ничья, либо сейчас кто-то затащит. Но... 5-3 счет, это довольно-таки сочный. В итоге у нас осталось еще 2 золотых ящика, этот и еще один. И будет ясно, какое сочетание просто никаким образом не предназначено для ловли голдов. Оно предназначено только для того, чтобы, я не знаю, унижаться, чтобы проигрывать и чтобы эти голдики по-любому не словить. А где будет золотой? Мать моего, он там же! Ребята, точка у нас в том же самом месте, но я, к сожалению, я не увидел. Ребята, точечка просто в том же самом месте, но я ее не увидел. Так. Опа! Да, детка! Кто там поставил мину? Спасибо большое, ребята. Просто спасибки, спасибо вам большое. Добрые вы шафтоводики, что вы поставили мину. В итоге, ребята, если мы сначала не знали, кто там тупее тупых, сейчас мы знаем. Что все-таки мы просто тупые, а шафты у нас еще тупее тупых. Поэтому как бы все у нас доказано, все в принципе, ребят, подтверждено видеороликом. Это уже такое, знаете, прям доказательство жесткое. И смотрите, окей, шафты у нас прям стреляют, шафты прям... Они немножко не по тактике, вот сейчас они по тактике. Они просто взяли в толпу, встали и в принципе сейчас... Мне кажется, этот голдик последний будет их, если они не затупят. И опять, я не знаю, что они такое эдакое не вытворят. Да, нет, все-таки да. Они здесь, ребята, вот смотрите, последний голд они просто сделали по тактике. Если бы они все голды так контролили, которые были у нас на более-менее как бы ровных местах, я так думаю, что шафты бы просто на изичах, мне кажется, нас бы разорвали, и мы бы ни одного голда не взяли, несмотря на то, что у нас как бы быстрые сочетания. Ойр бы дал Вадим.
Блин, я про овер забыл. Ну, Димка, это тупее еще тупых. Я тупой. То есть, у нас такие тупые сочетания. Но все-таки, ребята, мы затащили. Обязательно жду ваших вариантов сочетаний. Обязательно почитаю ваши комментики, угадали вы или нет, кто из нас выиграет. То есть, либо вас поиски, либо магнумы шафты. Это прям было очень жестко, это было очень потно, но мне это дико, ребят, понравилось и дико доставило. Поэтому, кому также это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.